Встречайте главную премьеру года. Новый суперпродукт Тинториум – капсулированное маточное молочко с сухим медом. Маточное молочко – ценнейший пчелопродукт, отличающийся высокой биологической активностью. Клинические исследования показали активизацию процессов регенерации и обновления клеток организма человека, нормализацию обменных процессов и гормонального баланса. Маточное молочко способствует улучшению памяти, зрения, слуха, аппетита, стимулирует физическую активность, нормализует сон. При отсутствии аллергических реакций и под наблюдением врача маточное молочко рекомендуется к употреблению кормящим женщинам. Продукт может применяться для профилактики раннего старения организма, способствует восстановлению поврежденных нервных клеток и улучшает работу головного мозга. Сухой мед усиливает оздоровительный эффект маточного молочка, способствует обновлению крови, обеспечивает сохранность продукта за счет естественных консервирующих свойств, дарит приятный аромат и медовый вкус. Сочетание маточного молочка и сухого меда в капсулированном виде не имеет аналогов в России. В одной капсуле новинки содержится 100 мг лиофилизированного маточного молочка, полученного из 300 мг нативного методом прямой сушки. Это соответствует содержанию маточного молочка целого маточника. При капсулировании соблюдается строго выверенное дозирование продукта. Капсула бережно сохраняет содержимое от негативного воздействия внешних факторов. Ее удобно использовать, регулировать дозировку или применять целиком. Готовые к употреблению капсулы помещаются в фирменный тубус. Экологичность, только натуральные компоненты и максимальная польза для организма – главные составляющие нового суперпродукта Тинториум. Новинка подходит для семейного использования. Порадуйте свой организм природными дарами улья – маточным молочком с сухим медом.